Три октагона и 300 спортсменов. Чтобы побороться в финальных матчах ЦФО за выход на первенство России, участникам предстоял отборочный тур. И только в воскресенье состоялись самые жаркие и зрелищные бои. В этом сезоне ивановская сборная завоевала второе общекомандное место. По словам организаторов, это исторический рекорд для области. Но пальму первенства все-таки уступили бойцам Белгородской области. Хедлайнерами турнира стали Олег Коротков и Александр Лапшин. Профессиональный бой двух земляков должен был решить, чья школа лучше. Интригу поединку добавила разность в опыте бойцов. Для Александра это дебют на профессиональной арене. А вот Олег потерпел поражение в предыдущем турнире и ничего не знал о технике своего соперника. Однако это не помешало бойцу взять победу досрочно, техническим нокаутом. Представлять Ивановскую область на первенстве России будут 5 бойцов, все из категории юношей. Последний раз финал ЦФО в Иванове проходил в 2016 году. Тогда это было менее масштабно – один октагон и всего 74 спортсмена. По словам президента Федерации ММА, само проведение турнира – это уже достижение и новый рекорд для региона. Денис Воробьев, телекомпания «Барс».